Архип, рассказывай, как вы здесь разместились? Вот так вот живем. Флаг родной республики. В принципе. Рад этим, рады. Да. Не, ну, хорошо так обустроились, даже полочки себе сделали. В учебном центре. Угу. Смотрите. Новости постоянно, да? Угу. А как с электричеством, нормально? Да. Связь есть? Связь. Ну, бывает, ага. Иногда, да? Ага. Выезжать надо. А так, станция у нас своя. Генератор, ага. Ага. На БЗ часто ездить? Да. Угу. Вот пару дней назад приехал. На каком направлении был? Бахмутской, Клишеевке. Угу. Как там обстановка? Нормально, стабильно. Угу. Ну, Хангалскому Улусу передавай привет. Всем землякам привет. Победа будет за нами. Это вот типичное укрепление на линии фронта. Примерно так выглядит все. Там люди капываются и живут под землей. А много вот народу гранатометов, а? Ну, каждый по своему усмотру берет. С танками, значит, часто, да? Да. Танки, БМП, по пехоте. Угу. Приходилось уничтожать бронетехнику? Пока нет еще. Пока нет. Лично мне нет. А ребята работают, да? Да. Вот здесь вот ребята питаются. Это наша полевая столовая. Естественно. Все пока разбросано. Да, немножко еще разбросано, но это боевые условия. Не успели обустроиться ребята. Вообще с питанием как у вас, Архип? Да, нормально пойдет. Привозят, да, или сами, да, готовите? Привозят, ага, суп, пайки. Угу. Если надо, то если возможность, в магазин выезжаем. Здесь, угу. Тоже сами закупаемся. Смотрю, вон казан стоит. Да. Кто готовит плов? Да, там есть ребята. С Бурятии? Да, с Якутии. Ну, вот так вот ребята разместились. Потихой. Ну, тут, как всегда, бронежилеты, чтобы далеко не ходить на БЗ. Боеприпасы, все на свете. А гуманитарка часто приходит? Да, бывает, ага, отправляют. Ага, заявки делаете какие-нибудь там по нужде, там что нужно? Ну, не знаю даже, да? Ничего не делали, ага. Ага. Ну давайте, победа будет за нами. Хорошо, по-любому.